Ruskaya.news. Мне кажется, не будет преувеличением сказать, что весь российский шоу-бизнес сейчас взбудоражен грядущей премией нового формата «Жара Music Awards». Уже 4 марта красная дорожка церемонии примет звезд во всем их великолепии. А за стиль в этом году отвечает наш генеральный фэшн-партнер, дизайнер Белла Потемкина. Эта хрупкая блондинка взяла на свои плечи ответственность за фэшн-составляющую церемонии. Впервые Белле предстоит одеть не только ведущих, но и артистов, и даже балет. Это новый для меня проект, потому что и премия «Жара Music Awards» — это премия нового поколения. Она действительно будет очень эффектная. Опыт сценических костюмов именно для балета — это уже более художественная тематика, это больше относится к театральным костюмам. У меня этот опыт будет впервые. И поэтому для меня это очень волнительно и одновременно дает мне такой толчок, вдохновение и профессиональный рост. Потому что мы решаем задачи, порой которые никогда не решали. Это, например, костюмы из силикона, из пластика. Масштаб премии позволяет российскому дизайнеру развернуться на полную катушку. Но время поджимает, и Белла практически ночует на производстве. И все ради того, чтобы 4 марта все было на высшем уровне, и Николай Басков был доволен. Коля выбрал вот такой, ну, рассматривали, да, с пайетками, с лампасами, с оторочкой. Ну, вот он как-то на бархат настроен в этот раз. Костюмы действительно обещают быть фантастическими, очень много людей работает над ними, очень много мастеров. Ну, во-первых, мы делаем очень красивый, очень стильный номер для группы «Время и стекло». Мы делаем невероятную, очень красивую геометрию для номера «Ани Лорак», потрясающую, интересную постановку и такую вот подборку образов на стыке времен, я бы сказала, современной такой дворцовой тематики, делаем для номера Насти Каменских. Для тех, кто сейчас ломает голову над тем, что надеть в воскресенье, напоминаю, что предпочтителен дресс-код в гамме Red, Black and Gold. И в бутике Беллы Потемкина вам помогут собраться на это грандиозное мероприятие. Кстати, платье, соответствующее дресс-коду. Красный, черный бархат, звезды и очень красивый разрез на ноге, обязательно подчеркивающий стройность ног. В нем, кстати, Ольга Бузова открывала наш показ. И можно надеть вот такие высокие трусики, топ. Красивые варианты из бархата. С такой блестящей оторочкой, потому что именно такое украшение на платье подразумевает светский вечерний выход. Для красной дорожки очень подходит именно платье, расшитое камнями, потому что это считается ручная работа, и работа очень сложная. Еще очень интересный вариант хочу вам показать. Это меховое платье для тех, кто любит креатив на дорожке. Или на автопате. На автопати можно пойти, да, посмотрите, меховое платье. Я думаю, что, во-первых, оно по дресс-коду проходит, потому что есть золотые элементы. А во-вторых, это настолько необычно, что этот образ не останется без внимания. Если вы по какой-то нелепой случайности еще не обзавелись билетами на «Жара Music Awards», то самое время зайти на сайт crocus-hall.ru и узнать, остались ли еще места. Увидимся 4 марта в Крокус Сити Холл. Точка. Ньюс.